Всем давно известно, что брак певицы Наташи Королевой с Тарзаном далек от того, что принято называть образцовым. Поразительно, что Наташа смогла простить мужу измену, из-за которой в обществе разгорелся скандал. Однако ничто не проходит бесследно. Этот поступок привел к тому, что от артиста отвернулась мать певицы, чье слово в шоу-бизнесе имеет немалый вес. Почему же супруги не планируют разрывать отношения, если семейная жизнь стала невыносимой? Основная проблема, не позволяющая Наташе и Тарзану подать документы на развод, заключается в том, что по закону все имущество, которое пара нажила совместно, они должны разделить между собой пополам. Бесстрастный суд не обратил внимания на то, что в то время, как Тарзан ходил налево, Наташа беспокоилась о работе и неделями пропадала на концертах. И речь идет не только о квартирах, машинах и прочих материальных ценностях. Даже та сумма, которую Наташа получила в криптовалюте за яйцеклетку, должна была быть разделена надвое, так как считается совместным доходом, ведь сделка была совершена, когда пара уже состояла в законном браке. Из вышесказанного следует, что Тарзану с финансовой точки зрения развод будет очень даже выгоден. Ведь он выйдет из зала суда, получив огромную сумму, хотя и незаслуженно. Что касается певицы, здесь все с точностью да наоборот. Поэтому все, что ей остается, молча наблюдать за похождениями неверного мужа и ждать, что когда-нибудь он все же образумится. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.